Всем привет! 374-я серия турецкого сериала «Кровавые цветы» выйдет 25 октября. С русской озвучкой ее можно будет посмотреть на следующий день. И если вы хотите, чтобы Баран взял управление компанией на себя, как это было раньше, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Баран и Дилан проводят много времени с Чинаром. Ребенок счастливый, потому что к нему впервые проявили искреннюю заботу и внимание, чего он не видел от своих приемных родителей. Чинар напоминает Дилан, что мир может быть прекрасным. Хаджер боится, что их дело не состоится, если Чинар продолжит близкое общение с Дилан. А Джейда заверяет, что у них все получится. Баран понемногу начинает вникать в работу, и для него стало новостью, как Тарык ведет дела. Он решает пойти на переговоры, чтобы понять, что происходило в его отсутствии на ферме. Пока Баран уехал на работу, Дилан осталась с Чинаром на детской площадке, чтобы покатать его на качелях. Неожиданно ей стало плохо. Дилан пыталась позвонить Барану, но не успела сказать о том, что случилось. Она упала и потеряла сознание. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.